Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашем канале Петр и Февронии. С вами ее ведущая, я Виктория Русская. Сегодня в гостях у нас Николай Владимирович Коклюгин, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Матери против наркотиков» в Краснодарском крае. И сегодня мы поговорим с вами о такой злободневной теме, как наркотики среди молодежи. Он поделится видением этой проблемы, своим опытом в этой сфере, в сфере профилактики, если уже даже человек попал в эту ситуацию, как выйти из этой ситуации и как дальше наладить нормальную жизнь. Вообще хочется сказать, что наркотики, сейчас проблема наркотиков в наше время сейчас стоит особенно остро, поскольку никогда, как сейчас, не было такой доступности их и не было такого разнообразия. Потому что о наркотиках и все, что с ними связано, твердят на каждом углу, везде и всюду. И даже те же вейпы, которые сейчас не приравниваются к сигаретам, их продают в любом ограничении, без ограничений возраста и детям, и кому угодно. И более того, говорят, что это приятный сладкий дымок и так далее, и так далее. Но это также является первой ступенью к наркозависимости. И вот мы сегодня как раз обо всем об этом поговорим. Николай Владимирович нам все расскажет, пояснит. А если у вас есть какие-то вопросы, пишите в нашем чате, здесь в трансляции, страничка ВК, YouTube. Мы все обязательно прочитаем, на все вопросы обязательно ответим. Так, сейчас я выведу на связь Николая Владимировича. Здравствуйте, вы на связи. Вам слово. Расскажите, пожалуйста, немножко. Здравствуйте, дорогие слушатели. Слышно хорошо, да? Да, слышно, да. Ну, проблема на самом деле очень серьезная, и вот я сейчас готовился к эфиру, обновлял, так сказать, данные по статистике, как-то у нас официально наркология говорит о снижении заболеваемости наркомании, у подростков вообще на 23%, у взрослых на 7%, но на самом деле это связано с тем, что, к сожалению, у нас появились новые виды наркотиков за последние несколько лет, 5-7 лет, так называемая синтетика, это соли, спайсы, которые очень сильно повреждают психику, и буквально с первого, второго, третьего потребления человек, в общем-то, попадает чаще даже в поле зрения психиатров. То есть, если у него достаточно есть какие-то предпосылки к ослабленной такой психической деятельности, к склонности к каким-то психопатическим проявлениям, то это выстреливает буквально на первые разы потребления. Очень много случаев вы тоже, наверное, видели, когда выпрыгивают там и закон, и садятся в машину в состоянии наркотической опьянения, сбивают людей. Не всегда говорят, что это наркотики причастны, но когда я вот смотрю такие новостные сводки, понятно, что много моментов связано, конечно, с потреблением наркотиков. Ну, известное дело актер Ефремов, да, который сейчас сидит в крови, обнаружили у него там кокаин, насколько я помню, алкоголь смешанный. То есть, конечно, ни в коем случае тут за руль садиться так нельзя никак, это трагично для самого водителя и для тех, кто на дороге. Но в целом, конечно, подростковая популяция на самом деле испытывает сильнейшее, колоссальное такое токсичное давление со стороны, скажем так, определенных и телеканалов, да, и фильмы. Целая киноиндустрия настроена на пропаганду потребления наркотиков и вообще зависимого поведения. То есть это не только наркотики, это и субкультуры. Мы должны тут говорить, понимать, что многие субкультуры подростковые связаны также с потреблением психоактивных веществ. Это все тесно переплетено. И поскольку я еще занимаюсь и проблематикой сект, деструктивных культов, то тут, конечно, тоже часто получается так, что подросток или человек, который попадает в такую структуру, раньше имевший опыт потребления, прекращает потреблять, но им получают еще более тяжелую зависимость, после которой, если он уходит из этой организации, теряет с ней связь, то у него срыв, рецидив неизбежен, к сожалению. И поэтому нам очень сложно реабилитировать, восстанавливать людей после вот таких структур, потому что вообще они уже прекращают верить и, кстати, в Бога, и во все, что, так сказать, мы не можем найти правильные подходы. Очень трудно эта ситуация. Вот, но в целом, конечно, не знаю, я тут пытался найти профилактические фильмы, тоже современные, сказать, у нас практически завалена система профилактики, я об этом, в общем-то, говорю. В свое время я работал по Юго-Востоку Москвы,
профилактика зависимого поведения, и мы собирали волонтеров, то есть, в принципе, как-то это было 2009-2010-2011 годы, вот. Но тогда какая-то еще активность была, энтузиаста. Сейчас, в целом, без поддержки государственной, без той системы профилактики, которая была налажена наркоконтролем, ФСКР наркоконтроль ликвидировали в 2016 году, и система Министерства внутренних дел, к сожалению, у нас завязана в большей степени, конечно, на карательные меры, поэтому кто попадает в поле зрения как наркопотребители, это обычно административные какие-то правонарушения, но их очень часто, к сожалению, накручивают им уголовные статьи за попытку там, распространения и так далее, то есть низовой уровень получается отрабатывается, да, а глобальная сама вот система предотвращение, да, вовлечение вот в наркосреду, вот в эту всю. Ведь и там же начинается это все, на самом деле, нужно понимать и говорить о коктейлях алкогольных, да, и о пиве. То есть подросток, сейчас случай пивного алкоголизма у подростков вообще там буквально с 12. Поймать. И то, что объявление о продаже наркотиков соседствует с объявлениями о, так сказать, реабилитации, восстановлении. Вот. Но сейчас я вот даже таких объявлений, наверное, много увидели. Вот пример там, да, да, там «Новая жизнь без наркотиков», там «Без алкоголя», «Соли и спайса», бесплатно, анонимно. Вот, к сожалению, очень много на этом поле работает мошенников, да, которые вовлекают несчастных наших, да, детей, братьев и сестер, а также и, собственно, родственников участие в таких вот структурах, которые абсолютно помощь не оказывают, а лишь либо коммерческие структуры зарабатывают деньги на горе, либо это связано с сектами, то есть вербовка. И, в общем-то, печальное такое для нашей единого никогда государства духовно, то есть разбивается на осколки вот уже и так остатки, можно сказать, народа. Вот таким образом, да. Поэтому обращались к нам часто мамы, родственники, да, вот с просьбой разъяснить ситуацию по тем или иным структурам и продолжают обращаться. И, к сожалению, очень часто мониторя вот внимательно руководителей этих структур, их, сказать, психологов, которые сами бывшие наркозависимые, очень часто мы натыкаемся на связи с теми самыми структурами, которые в свое время участвовали на известных майданах, на киевских двух, которые мы знаем, да. Поэтому вот такая ситуация достаточно сложная. Красивые сайты, красивые рекламы, а помощь на самом деле оказывается очень непрофессиональна, и срывы, а потом уже очень сложно человека 1, 2, 3 раза прошедшего реабилитационную программу, вот его в качественную профессиональную затянуть, очень замотивировать тяжело, потому что веры нет, доверия нет уже к, да, и к врачам, и к психологам. Поэтому а вот такой, в общем-то, срез, если вот так взять, да, вот так быстро пройтись экспресс, наверное, вот такая картинка получается у нас, к сожалению. Николай, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, привлечение внимания подростков к наркотическим средствам различного спектра действия с описанием названия наркотических средств, их действий с последующих последствиях, с целью информировать подростков, как бы чтобы предотвратить, да, их применение? Вот как вы считаете, насколько нужно делать это подробно? Я сейчас вот на конкретном примере конкретизирую. К примеру, сейчас очень развито, по крайней мере, в школах Москвы раздавать такие брошюрки с описанием, причем это, можно сказать, такая мини-энциклопедия наркотиков. Там, значит, написан каждый наркотик, его название на сленговом каком-то, да, их наркоманском языке. Дальше идет, что в него состоит, как он действует, то есть на человека, да, что при этом человек ощущает, ну, естественно, какие последствия и так далее. Вопрос такой, к примеру, подросток или ребенок, он даже не думал на эту тему, и получив такую брошюру, да, он ее читает, и вот, к примеру, я общалась с некоторыми ребятами, они говорят, что вот читали эту брошюру, это просто как энциклопедия, мы полезли в интернет смотреть, что это, как это. Потом такую же брошюру я увидела у себя в почтовом ящике, поинтересовалась, посмотрела, но действительно, знаете, как вот есть расхожее мнение, что ну, один раз попробую,
все равно же ничего не будет. Или два раза попробуй, все равно же ничего не будет. А эффект он такой одурманивающий, такой вот, да. Вот как вы считаете, нужно, правильно ли это делать? Безусловно, информировать подростков нужно. Но насколько вот это должно быть дозировано, и насколько вот это должно быть подробно рассказано, как на ваш взгляд? Чтобы не сделать, да, чтобы не сделать обратный эффект, да, в общем, привлечения. Пропаганда, да. Но дело в том, что я не уверен, что те брошюрки, о которых вы говорите, являются официальными брошюрками Департамента образования города Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, поскольку вряд ли бы допустили такие оплошности про наши муниципальные службы и государственные. Нет, это абсолютно все, это в школе раздают на уроках, это не то, что где-то там, да, это вот именно администрация. Я не знаю, кто раздает, понимаете, дело в том, что вот я, вот то, что вы описываете, такие буклеты выпускали саентологи, то есть это ГКПЧ, Гражданская комиссия по правам человека, наркоманы, и так далее. Если вы откроете последнюю страницу подобного буклета, где там и первитин, там, да, и марихуана, и все такое, красивые, яркие, сочные буклеты. Я 9 лет прожил в Москве, и ординатура, аспирантура в Сербского была, да, и я эти буклеты тоже у себя вылавливал в ящиках. По школам вот так прямо никто не раздает на уроках. Это кто-то, видимо, частная чья-то инициатива, в принципе. Но я хочу сказать, что там, где пропаганда вот так идет, яркое название, конечно, это неправильно. Так не работает профилактика. Вообще профилактика зависимого поведения, в принципе, должна начинаться, скажем так, еще с начальных классов, понятие о добре и зле вообще, в принципе. Что такое добро, что такое зло, что такое хорошо, что такое плохо, как мы, да, у Маяковского помним. То есть пришла кроха и спросила, а потом уже где-то мы подключаем, допустим, вот вопрос тоже тут звучал, писали мне, в отношении, с какого времени начинать, значит, профилактику наркомании, говорить о, значит, какие там, что бывает. И говорить-то особо, что бывает, не надо, уже есть группы опиатов, есть группы психостимуляторов, куда входит, скажем, там, кокаин, там, да, или те же самые соли, или там амфетамин. То есть не нужно называть вещества, просто можно механизм действия описывать и признаки потребления, психоза и так далее, в принципе, в целом, да, но если говорить о названиях, то, конечно, это локально уже там, может быть, 10-11 классы, но в плане, вот, говоря, в общем-то, вообще о добре и зле, я же говорю, это где-то там 3-4 класс, а потом очень хорошие были системы, проразработанные в Санкт-Петербурге в свое время, то есть профилактики, начиная с младших, но и дальше подходим мы к алкоголю, там, да, к снюсам, к этим табачным смесям, к насваю, так называемому, да, который вот тоже очень популярен у нас в Москве в связи с наплывом мигрантов и детей мигрантов в школы, что тоже я сталкивался не раз, просили объяснить, что такое насвай. Вот, и подходим уже там к 8-9, уже как бы, то есть это должно быть цикл целый, да, у нас была разработана программа 10 уроков, и то мы старались где-то больше работать через директоров, замов директоров по юго-восточному округу Москвы административному, ЮВАО, и собирали собрания со специалистами и в рамках родительских собраний, то есть мы собрали родителей, чтобы родители были в курсе вообще о том, что есть, что вот такие серьезные вещи, как название веществ там, и какие-то признаки потребления, это, конечно, в рамках родительских собраний, то есть нужно договариваться с классными руководителями, то есть это вообще, ну, инициатива, по идее, и снизу идет, но и иной раз где-то сейчас вот, ну, не знаю, сейчас, конечно, в связи с финансированием, сейчас с кризисом, не знаю, как у нас дальше будет, но, к сожалению, я вообще хочу сказать, что психиатрия и наркология у нас по остаточному принципу продолжает финансироваться, и практически все отдано на откуп частникам. А касательно, опять-таки, этих буклетов, должно быть обязательно указано, что рекомендовано там, департамент образования, рекомендовано департамент здравоохранения Москвы. То есть обязательно нужно посмотреть копирайт, кем выпущено и так далее. Потому что я вот, опять-таки, испытываю серьезные сомнения, что это легально кто-то сделал. Часто очень саентологи до сих пор активны в образовательной среде. А в основном вот эти буклеты с названием веществ, кокаин там, и так далее, марихуана с яркими картинками, это их рук дело. Потому что последняя страница этого буклета содержит описание Нарканон, то есть Рон Хаббард, учение Рона Хаббарда и так далее, можете обратиться, то есть у них вот это их техника, это их известная, в общем-то, отработка, да, поэтому вот так, чтобы просто так раздал кто-то в классе и сказать, вот вам о наркотиках, идите, это должно быть легитимно от кого-то исходить, источник непонятен, и, конечно, здесь, вот опять-таки, я говорю, что нужно постепенно, плавно, и конечно, называют тут, хотя дети, конечно, знают уже много чего и в 9 классе, и в 10, но постепенно нужно подводить к пониманию, и, конечно, мы тут разрабатывали волонтерские программы, чтобы по принципу равно-равному, чтобы подростки более энергично активные, которые входят в советы там, отрядов, да, какие-то вот самоуправления школьные, чтобы они все же, вот для них мы делали программу, чтобы они ходили в классы и как бы тут уже более понятно как-то все это объясняли. Потому что порой, когда приходит какой-нибудь дяденька там в белом халате или там человек в погонах и начинает что-то рассказывать, там, ну это вообще это прошлый век, там позапрошлый, это вообще не работает абсолютно.
и в то же время страшилки только показывать. Конечно, это тоже нужно. Мы спорили порой с некоторыми психологами, что позитивная профилактика, вот говорить о добре, там, о светлом, что вот, ну, тут нужно и, конечно, и жесть, нужно и кадры этих самых передозировок порой где-то показать, и рассказать о тех закладчиках, которые сейчас очень много школьники закладчиками являются наркотиков, то есть, да, показать путь закладчиков в плане вот привлечения к ответственности. Девочка, там, скажем, может, 18 лет, там, 17, она сидит в изоляторе, потом 8, 12, 15 лет строгого режима, извините, но это, конечно, вот так вот заканчивается этот финал, потому что очень много рекламы сейчас идет по социальным сетям, особенно сейчас в условиях кризиса и ковидного. Это и повышенная тревожность, и удаленка в системе образования, да, тоже детям делать нечего. И очень часто приглашение стать закладчиками уже появляется к школьникам все чаще и чаще. А тем более экономический кризис способствует, как всегда, росту и наркотизации, и алкоголизации. Это тоже факт однозначно. Вот я общался недавно с одним из руководителей революционного центра здесь, в Краснодарском крае. За последний год очень сильно выросло число алкоголиков тоже, в том числе. То есть это люди, это, сказать, которые не справились в плане, потеряли работу и так далее. Это все, естественно, тоже способствует тому, что алкоголизация, наркотизация нарастает. Как бы. И желание заработать деньги нелегально, то есть вот таким образом, путем вот этих самых закладок, это когда наркотик, значит, закладывается, а потом через какой-то промежуток времени о нем информация поступает в Darknet, это в серую зону интернета. Ребенок или там подросток, или уже владеющий смартфоном, легко может на карте города Москвы увидеть точечками, где прямо показано, где можно взять сейчас вот эту закладку, там любой вид наркотика и оружия, и что угодно. Как бы. Вот в частности, в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге провели исследование. Одномоментно вот 9 тысяч с лишним закладок в Санкт-Петербурге. Это более 3 тонн наркотиков находится вот прямо здесь и сейчас, понимаете? То есть вот масштаб сети оплетено, и больше нет из рук в руки, точно редко где там покупается и продается и система, где человек есть живой, есть живая рука, а вот через систему закладок, да. И поэтому вот эта доступность высокая, да, и отсутствие реальной информации, многие до сих пор считают, что там эти вот соли, это там они вредны, там мефедрон и так далее, эти названия веществ, они как бы в подростковой среде, как бы, вот да ничего такого тут там нет. Как бы. То же самое, что пропаганда там того же, тех же самых снюсов, от которых потом умирали дети, да, и все это вот закладывается, да, а мы должны это развенчивать, к сожалению, вот это очень важно, но она не сильно, так сказать, эта работа. Это энтузиасты только. Вот опять мне поступил вопрос, кстати, да, вот по поводу курения конопли, марихуаны или там каннабиса по-разному называют, в отношении, да, в подростковой среде или молодые люди не понимают опасности и абсолютно не считают это наркотиком, там сравнивают с алкоголем, что более тяжелые последствия. Вот я могу тут порекомендовать найти в интернете мой сборник статей «Как сходит с ума Россия». Вот Николай Коклюгин, «Как сходит с ума Россия». Там в том числе вот первая часть – это о каннабисе, последствия потребления, вторая часть группы каннабиса, где все мифы развенчаны, потому что огромная вот эта прослойка подростков, и это очень активно пропагандируется. Взять те же самые канал ТНТ, допустим, там Comedy Club, где вот, легалась пропаганда вот, курения конопли, это известно. Дом 2, там где тоже известно, что там они и потребляли, и слава богу, их убрали сейчас на другой канал, там на канал Ю, по-моему, там спутниковый какой-то они ушли. Но в целом вот эта система наркопропаганды и самого стиля жизни, вот этого культа потребления и желания неких измененных состояний сознания, некого такого спецэффектов, они, конечно, есть. Есть цикл фильмов определенных, художественных фильмов, где очень активно подается вот такой образ, как бы, да, крутого человека в потреблении, который там, значит, да, либо в Ютубе, так сказать, есть тоже ряд таких, да, там «Наркоман Павлик», известный успешный проект, парня из Самары с двумя высшими образованиями, который образ наркомана Павлика создал такой, что все хихикают, хахакают, там, а парень, по сути, наркоман, значит, вот там ходит с пистолетом, там, и все это очень смешно и так подано очень красиво. А как ответить? Ну вот мы там пытались здесь в регионе, вот, допустим, матери против наркотиков в Москве мы собирались, то есть профилактические мероприятия, конечно, должны быть, и они должны быть грамотны, очень четко аккуратно, да, чтобы не привлечь внимание, а наоборот, показать пагубность вот таких привычек, да, к чему это может привести. Да, масштабы, конечно, колоссальные, просто. Скажите, а вот в рамках школы насколько нужно и правильно делать? Потому что сейчас, к примеру, в рамках школы проводится тестирование, причем берется вначале согласие родителей, что вы согласны, чтобы вашего ребенка там тестировали, разговаривали с психологом, чтобы он сдавал анализы на это все. То есть это вот в рамках школы это опять идет такое привлечение. Вот насколько вы считаете, что нужно делать, да, насколько вот эти все правильные тестирования, беседы с психологом, насколько они вообще продуктивны?
Ну, берется группа риска, это, сколько я знаю, да, с группой риска психологи должны, по идее, работать, но вот я участвовал в 2018 году в Челябинске крупная конференция психолого-педагогическая, такого достаточно, ну, всероссийского уровня, можно сказать, да, и я увидел в глазах директоров и замдиректоров по социальной работе абсолютно непонимание, что делать вот в плане профилактики, а школьные психологи — это вообще отдельная песня, это, знаете, там кто-то там пенсионер какой-то, учитель по истории, там становится психологом школьным, или там вторую ставку берут сверху учителя, чтобы часы просто заполнить, а получается профессионально, мы даже вот пытались получить грант, как-то сделать хорошую методичку для, допустим, для психологов школьных Челябинска области, рассказать им о наркотиках, о зависимостях, о субкультурах, о тех же синих китах, о суицидных группах, о русском Колубане, это вот дети, когда берут оружие, начинают там стрелять по школам и так далее. Ну вот там не получилось на тот момент, но понимаю вот эту востребованность, нишу, где, ну, абсолютно Минобр здесь не спускает сверху федерального центра, да, никакие методички, указания, как работать, алгоритмы, тесты. А вот и поэтому в плане тестирования на склонность к потреблению, ну, во-первых, ну и что там, ну да, есть там девиантное поведение у ребенка, там, да, это знают, в общем-то, в школе и так, и без тестов, но и что с ним будет делать, то есть как, в школу, в КДН, в комнату поделенности средних его привлечь, там, в КДН поставить на учет, а что в рамках учета, как они работают. Я сам в свое время в Подмосковье выезжал и в этих комнатах поделенности средних проводил с этими же ребятами на учете, значит, какие-то профилактические мероприятия, то есть рассказывал вообще о том, что их ждет и так далее. А сами-то специалисты, они не владеют, нет базы, нет кадрового потенциала, то есть вообще система вся вот эта профилактики зависимого поведения, она, ну, вообще на нуле практически, я не знаю, энтузиасты сейчас, вот я перебирал архивы, там Орехово-Зуево, например, очень хорошая была программа волонтерская в городе Орехово-Зуево, 2007 год, 2008 год, 2009, 2010, то есть в Накокатуле проводились ежегодно конкурсы на лучшую работу по профилактике, то есть эти получали места, ролики, их озвучивали, эти работы, как-то использовать пытались в регионах, предлагать, да, вот то, что действительно там достойно. Сейчас я вообще абсолютно этого не вижу, никаких конкурсных программ, никаких работ, и я не знаю, что будет дальше. То есть такое ощущение, что кто-то заинтересован в том, чтобы наши дети, да, братья и сестры, как говорится, находились в потреблении, потому что это огромный рынок, это наркорынок, это рынок наркологических услуг в частных центрах, да, вот, мошеннических, в том числе коммерческих, это наркополицейские, которые на этом тоже зарабатывают, неизвестна масса сфабрикованных дел, когда эти ребята попадают, из них с родственников вымогают деньги просто там от миллиона и выше за то, чтобы откупить их, этих родных от наркостатьи 228, чтобы они не сели в тюрьму. То есть это огромный, получается, миллиардный, можно сказать, такой рынок разных структур, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы у нас снижалось на потребление вообще как таковых психоактивных веществ. И тут понятно, что интересы сходятся и у международных структур в этом плане, чтобы, соответственно, мы опять вспоминаем тут контроль, да, рождаемости, смертности, когда превышает рождаемость и так далее. Тут известный русский крест, когда с 90-х годов у нас рождаемость упала, смертность поднялась, и вот этот вот русский крест пересечения до сих пор он фигурирует у нас, и мы только, насколько мне известно, поднимаем рождаемость за счет республик Северного Кавказа, да, то есть Ингушетия, там Чечня, Дагестан, то есть там они, собственно, рожают много детей. У нас есть такие опыт, конечно, да, и православные семьи, слава богу, тоже имеются, но вот в целом, конечно, тенденция, вот это полтора ребенка на одного, на одну семью там в городах, статистика, она остается, да. А при этом, да, при этом, ну, тяжело, тяжелая ситуация, конечно. Да, да, ситуация тяжелая. Хотела бы вот вас спросить, есть такое расхожее мнение, что легкие наркотики, такие как там травка, снюс и еще что-то, не вызывают никакого привыкания, что можно ими просто побаловаться, можно просто, значит, повеселиться. Вот хотелось бы, вот, чтобы осветили этот вопрос, потому что, как у специалист, потому что, к примеру, даже у меня и знакомые, были знакомые, да, сейчас их уже нету, которые с юности тоже так говорили, что вот мы там травки, ой, там весело, все здорово, ой, вот алкоголь, там это можно алкоголиком стать, а это все ничего. И все какие-то внушения, что это может пойти дальше, можно подсесть на более, значит, тяжелые наркотики, все это такими отмахивалось, хихихаха. А в результате они не дожили, и там тут дожили только там до 40 лет, до 40 или чуть более. А вот, естественно, путь был все больше и больше, там, по-моему, даже на героин подсели, там до психбольницы это все дошло. А вот, хотелось бы, вот вы чтобы для нашей молодежи рассказали, что это крайне опасно, что вот так не получится побаловаться и бросил, что всему есть свои последствия и всему есть своя плата.
Скажите, пожалуйста. Да, ну вот по поводу, да, конопли, конечно, это, во-первых, это трамплин для более тяжелых наркотиков. Не всегда, многие говорят, а вот у меня там знакомый курит там уже 20 лет, все хорошо. Но вопрос все хорошо, во-первых, сомнительный, поскольку в любом случае каннабис, ну, там тетрагидроканнабинол, основная смола, да, влияет на мыслительные способности. То есть ощущение, кажется, что скорость мышления растет, полет мыслей, переполненные ощущения такие внутренние. Вот, то есть, в принципе, первично немножко такое, чем-то похожее на галлюциноген какой-то степени, да, типа ЛСД. Вот. И если дозу каннабиса повышают, то мыслительный процесс серьезно искажается. То есть, как таковое, мышление становится фрагментарным, осколочным. И при длительном курении, ну, речь идет о шизоидизации, то есть шизоидность повышается. Что такое шизоидность? Человек асоциально, в принципе, потихонечку уходит в сторону вот, стандартной социальной группы, в которой находился, в какую-то свою микро вот эту группу потребителей, либо в себя, то есть аутист, по сути, становится, грубо говоря, да, то есть вот в плане погружения в свой внутренний мир, какие-то там рисунки, что-то творчество какое-то непонятное, осколочное такое, да, то есть страдает расстройство краткосрочной памяти, это, в общем-то, вредит, естественно, школьному процессу, если мы говорим о подростках, о школьниках, да, то есть тут в плане того же подготовки к ЕГЭ и так далее, то есть здесь запоминание нарушается. И тесты, в принципе, проводились тесты психологические большим группам, это в Голландии было исследование, в Германии, что ребята на память, внимание, скорость реакции значительно хуже справлялись с теми, кто не был, значит, вот под влиянием каннабиса, то есть конопли. Потом нейропсихологи также тут говорят о нарушении деятельности оперативной памяти, изучая подростков, которые длительно потребляли каннабиноиды, большое было исследование, тщательно контролируемое, и нарушение памяти. В плане того же вождения автомобиля, например, да, то есть проводился тест такой, ну, давали руль, значит, какую-то игру такую виртуальную, значит, аналог за рулем, да, и ДТП вероятность повышается, ну, в разы там, то есть, да, соответственно, понятно, что тоже здесь риск высокий, хотя говорят, я вот быстро, наоборот, не еду, я вот покурю, как бы там, и мне страшно быстро ехать, а дело не в этом, со стороны какая-то внешняя какая-то ситуация, кто-то тебе, так сказать, переход, ну, на перекрестке и так далее, ты отреагируешь неверно, не в ту сторону, или просто притормозишь в это время, в тебя кто-то влетит. А потом на тело, значит, вот в плане сердца, учащение пульса, частоты сердечного сокращения, то есть повышается где-то в районе 30% объем сердечного выброса у потребителя каннабиса. Соответственно, повышается потребность кислорода сердца. То есть здесь мы имеем при хроническом потреблении, конечно, будет сердечно-сосудистые заболевания и может состояние ухудшиться вплоть до развития инфаркта миокарда. То есть есть такие, да, сведения, что курильщики хронические, часто у них проблемы, вот, заканчивается жизнь, либо там тромб оторвался, грубо говоря, инфаркт, гипоксия, то есть тут вот, тем более часто сочетанное потребление алкоголя и каннабиса, конопли, то есть это пивные, вот, вместе с коноплей, там как-то вот так они совмещают, подростки очень часто это любят делать. Но потом мы говорим также о самом факте курения, то есть сигареты с табаком, да, и взять конопляную вот эту сигарету, да, папиросу. То есть там расчет, допустим, того же угарного газа в 5 раз выше, чем у сигареты с табаком, то есть у дыма каннабиса. То есть понятно, что тоже естественное воздействие. В плане бронхита, эмфиземы, то есть тут то же самое. То есть нарушение здесь клеток эпителия, значит, внутренней поверхности трахеи, бронхов, это тоже есть. Это тоже подтверждено, это научный факт. Половая функция также у мужчин сокращается количество там, вот, подвижность сперматозоидов в плане вот, да, какую активность мужской морфология семенной жидкости у людей тоже это большие исследования, серьезные. То есть я тут привожу зарубежные исследования, у нас их не так много, а я специально старался здесь в плане подборки пояснить, что действительно здесь есть нарушение. Нарушение есть и у женщин в плане овуляции, то есть цикла, да, поэтому тоже об этом нужно говорить, что здесь и гинекомастия у мужчин бывает тут в связи с приемом, там, то есть моменты, связанные с гормонами, гормональные нарушения, да. Визуальные искажения, сенсорное восприятие, то есть нервная система, психика, нервно-психическая деятельность. Поэтому тут в целом, ну вот, скажем, элементарный пример. Взяли больных шизофрении, срезы головного мозга, по-моему, в Голландии или в Германии, зарубежные исследования, и срезы, значит, погибших от, значит, вот, каннабиноидных хронических наркоманов. И по срезу, вот, по нервной системе, по нейронам, как бы очень похоже вот, у больного шизофрении с потребителем хроническим конопли вот, головной мозг. Да? Понятно, что, естественно, никакой социализации, на каком активном каком-то ритме жизни, там, тут говорить не приходится, просто замыкается ребенок в себе, в своем каком-то мире, и если вдруг какая-то ситуация в плане отмены каннабиса, то это очень серьезное расстройство получается психическое, повышается тревожность, то есть там суицидальные мысли, депрессия тяжелейшая, то есть выход вот из хронического потребления вообще очень такой тоже тяжелый, и с ним тут нужно работать вместе с препаратами, помимо психотерапии и так далее. То есть в целом, ну, это очень-очень такой
серьезное вещество, которое опасно тем, что как бы как и пиво, оно кажется вот потихонечку, мягко, так постепенно, но человек заходит в этот мир, как бы, да, и дальше уже стремится где-то усилить ощущения свои, либо с алкоголем, либо переходит на другие наркотики, либо зависает в облаках, что называется, да, такая культура растаманов известная, которая тоже асоциализирует абсолютно человека и ну, не ведут его никакой активной жизнедеятельности. То есть никакого удовольствия эндорфинов у тебя не будет от там, того, чтобы просто там, сходить на какой-нибудь концерт, там, да, вот в трезвом состоянии, там, где-то дружба, любовь, то есть эти чувства забываются. Вот в состоянии опьянения каннабисом, коноплей, то, собственно, тебе это не нужно. Ты получил внешний какой-то эндорфин, собственно, или это наркотик, и тебе вот стремление к чему-то, какому-то внутреннему такой полноте, поскольку ты заместил это все искусственным химическим веществом, тебе не нужно, а когда у тебя это все идет, порочный круг продолжается, конечно, ты постепенно входишь в этот мир, да, иллюзорный, и все, и ты, в принципе, социально ты потерян, собственно, да, и дальше ты стремишься все больше и больше к новым веществам, тебе интересно познавать все новые и новые, так сказать, трипы, так называемые, называют они молодежь трипами, да, путешествия такие, психоделические опыты, и, к сожалению, это все завершается очень часто и трагедиями, конечно, да. И тут нужно этот круг размыкать, и здесь уже нужна на помощь, конечно, специалисты. Вот, и вовремя распознать, конечно, проблему. Очень часто семьи, к сожалению, не реагируют на видимые симптомы, признаки, и как повыдает, а вот это он устал, переутомился. Нужно, конечно, бить тревогу раньше. Нужно понимать, что ребенок ведет себя иначе, а поведение у него либо он часто спит, либо, наоборот, слишком часто бодрствует, то есть мало спит, энергичен, быстрый темп речи, быстрые перескоки с одной темы на другую, то есть тоже это элементы шизоидности. Так вот он что-то говорит, не договорил, другую тему начал, глотает там слова как-то, и вот в таком находится в состоянии постоянного возбуждения. Это часто вот связано с синтетикой, с этими самыми наркотиками, солями так называемыми. Паранойя у них возникает, вот именно соли, спайсы, да, бред преследования, кажется, что тебя кто-то преследует. Вот желание что-то найти в доме, ему кажется, что он где-то оставил еще свою дозу и может весь дом переворошить, то есть синдром поискунчика так называемый. То есть тут уже симптомы достаточно характерные. Вот, но как-то вот родители, да, и родственники поздно, к сожалению, бьют тревогу, когда уже ситуация уже прям ну, совсем запредельная. Тогда уже тут приходится да, как-то включаться нам с нашей стороны. Ну, очень ценные советы, на самом деле, отдельные. Скажите, пожалуйста, вот если человек или подросток уже попал в зависимость, крепко там засел, но через некоторое время все же выбрался, риск обратиться к старому очень велик. Вот что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Какая-то реабилитация, медикаментозная помощь, там, лечение, психолог? Вообще, что вот это должно быть? И какова вот статистика к возврату, к рецидиву, да, заболевания, если так это назвать? И какова статистика тех, кто выходит и уже не возвращаются? Ну, если уже какие-то симптомы определили, конечно, тут нужно искать специалиста. Но попробовать на частный прием сходить в наркологию ближайшую, может быть, как бы, да. Я не знаю, в разных районах бывают разные специалисты, и даже в наркологии находятся вполне адекватные, есть врачи, которые могут тут дать какие-то подсказки. Но, к сожалению, такая система сейчас у нас сложилась, что наркологи многие отправляют в реабилитационные центры, скажем так, за процент, и поэтому им больше ему интересен результат в плане коммерческого своего кармана, чем куда-то отправить в полноценный центр. Поэтому здесь самим, наверное, больше надо сориентироваться по признакам, по симптомам. В принципе, в интернете можно найти легко достаточно, да, признаки потребления различных видов наркотиков и психостимуляторов, и опиатов, галлюциногенов, того же, той же конопли, каннабиса. И здесь уже дальше нужна мотивация на дальнейшее какое-то работу с ребенком, да, если мы говорим о подростках, то здесь, конечно, ну, родители ключевую роль играют. Найти, подыскать благоприятную, хорошую программу в плане реабилитации можно, в принципе, нужно просто помониторить интернет, но первично на прием, конечно, все-таки попасть лучше, наверное, я бы сказал, не к психиатру, наркологу, может быть, клиническому психологу, если такой есть в регионе, и понять степень тут вообще, в принципе, зависимого поведения как такового. То есть есть ряд блоков тестов, которые можно тут уже пройти и посмотреть. А дальше начинается, собственно, то, о чем мы все эти десятилетия уже говорим, что государство сбросило проблему лечения, реабилитации на самих родственников. Да, к сожалению, никакой толковой полноценной помощи. В государственной наркологии где-то она 3-5% значит, успешной, да, там, реабилитации в государственных службах, то есть ремиссии, скажем так, да, там, одногодичная, двухгодичная, трехгодичная, там по-разному процент падает. В мире мировая статистика говорит о 25-30% вот из 100,
кто попадает в программу. То есть отсылается часть на первых трех месяцах программы реабилитационной, потом дальше идет программа, и человек может здесь просто играть роль, скажем так, не войти глубоко в программу. Мы придерживаемся больше духовно ориентированного православия, душепопечительские центры есть в России православные. Но тут надо человек, конечно, готовить, надо, чтобы было понимание о духовности, о духе. Хорошие центры в Санкт-Петербурге, это саперное, торфяное, мужской центр саперное, женский, торфяное. Амбулаторные есть центры, допустим, при вот, в одном из храмов у Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге, куда может ребенок с родственником приехать, амбулаторную программу год пройти, потом уже в месяц амбулаторной программы, потом уже войти в реабилитацию. Но их очень мало, таких профессиональных программ. Наркология есть, также реабилитационные центры, трехмесячные, там, до полугода в обычной государственной наркологии. Но тут важно понимать, что ребенок становится на учет, или взрослый человек, да, учет наркологический. Что такое учет? Это 5 лет ты должен, значит, отмечаться, значит, сдавать там, определенными, может быть, даже и тесты. Ты должен решать, что ты возможности водить автомобиль, если ты совершеннолетний, лишаешься возможности там оружия, ну, это в плане вот частных охранники и так далее. Это, кому-то это тоже важно. Вот. И тут, в общем-то, да, нужно искать, нужно понимать. Если вы уже зафиксировали факт потребления, нужно включать специалиста. Но кого, опять-таки, я говорю, тут очень сложно. Мы сейчас создаем сайт попечение.ком. Вот там мы пытаемся сейчас, будем начинать, наверное, рассказывать о хороших альтернативных здоровых программах и кое-где, наверное, выдавать информацию об опасных, куда все-таки стоит поберечься, не отдавать своего ребенка. Вот, потому что это, конечно, потом может еще больше возникнуть проблемы с этим. Да. Да, ну вы тогда вот внизу чата тогда напишите, да, куда можно обращаться, да, у кого такая проблема, где действительно реально оказывают помощь, да, вот как говорится, не коммерция это и не, да, еще перекидывание там, да, туда-сюда, где действительно реально могут оказать помощь, вот тогда там сайт или ссылочки что-то, да, разместите тогда. Так, вот следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по опыту, кто больше подвержен группе риска и вообще... От, как это сказать, с чего это начинают? От какого-то простого любопытства, либо это какие-то такие критические ситуации, да, когда хочется забыться в наркотиках, уйти от реальности. Вот что это больше, любопытство, то есть любопытство удовольствия, либо наоборот? И кто больше подвержен? Ну, здесь, я бы так сказал, есть вариантов несколько. Тут есть варианты гиперопеки, то есть в плане семьи. Да? Тут, конечно, можно говорить и о наследственности, но вот я, например, по диссертации, которую я писал, у меня получается, что все-таки через поколение, то есть дедушка, если там пьющий был, да, отец не всегда, вот именно вот дедушка и там, или бабушка, вдруг, дай бог, то есть вот внуки, да, склонны к чему? К тому, чтобы не хватает дефицита эндорфинов, скажем так, то есть нехватка вот ощущения этого счастья, некомфортно, то есть что-то нужно, чего-то достигнуть. Если с учетом того, что в советское время, скажем так, была система очень хорошо развита кружков, там, авиамоделирование, там, спорт, да, все это было бесплатно, то есть ребенок даже имел дефицит этих эндорфинов, то есть внутренних каких-то, да, гормонов счастья, он вполне социализировался, потому что он получал удовольствие от там того же самого, там, собирания марок, там, филателия или там кружки, какие-то секции, то есть он всегда был вот в учреждении дополнительное образование, была система не случайно развита. То есть, а сейчас, собственно, что, да, вот, либо деньги, может быть, и найдете на кого-нибудь там, да, на одного ребенка, на второго, третьего, там, допустим, нет. И здесь начинается проблема, что ему вот что-то внутри хочется, и вот как бы как эту внутреннюю пустоту. Мы говорим, конечно, здесь и о смысловом вакууме, то есть мы понимаем, что работа в плане духовности, безусловно, важна, и вхождение в жизнь, да, церковный ритм, да, православной церкви, то есть наших традиционных религий, конфессий, он, конечно, адаптирует. То есть тут важно, что у нас, какое качество очень важно, в принципе, да, это стрессоустойчивость. То есть мы как реагируем на какие-то сложные жизненные ситуации, там, хоть двойку там в школе, хоть тот же самый буллинг, например, там, или там как-то, да, дети некоторые уходят в себя и как-то пытаются компенсировать вот это внутреннее неустройство с помощью каких-то, да, химических веществ, да, психоактивных. А если, допустим, ребенок где-то верующий, где-то он будет понимать, что где-то тут сам недоработал, или жесткость проявил, или наоборот, как бы, тут, понимаете, вот эти моменты стрессоустойчивости, амортизация, психическая амортизация, она очень важна, конечно, да. И вот здесь, конечно, церковная помощь, воскресные школы и духовно-нравственное воспитание ребенка, конечно, это очень, очень важно. Поэтому говорить здесь конкретно, вот, какой тип
Это может быть инфантильный тип, очень часто из неполных семей. Вот у меня по диссертации более 80% детей, вот ребят уже взрослых, да, ну, с их анамнезом жизни, это неполные семьи. Это либо развод в детстве, там, в возрасте там, 70 или в 3 лет, а потом появился отчим, который не занимался. То есть здесь, скажем так, недолюбленные дети. То есть недолюбленные в плане вот, того, что внимание было обращено там, на общих детей, которые появились там, во второй семье уже. Они были сами себе предоставлены и так далее. Родной отец отсутствовал, а отчим не так, как вот, да, и так далее. Либо, наоборот, гиперопека, то есть, сказать, ну, я прошу прощения, так в попку зацелованные дети мы говорим, то есть это те, которые абсолютно вот, ты мой хороший, ты мой, что тебе купить, что тебе то, это не хочу, там, слезы, там, мы таких тоже видим в магазинах, там, орет, ну, мальчик там стоит, как бы, мама, купи мне там это, 3 годика, он, мама там бежит, не говорит, что у нас там денег нет или что, ну, нет, все, покупает там, и так далее. То есть это, наоборот, гиперопека, то есть когда все ему, все для него, там, как бы, либо повышенный контроль, может быть, наоборот, то есть почему ты получился не четверку, ты должен быть отличником, ты должен быть, ты должен, ты вот так, ты не как другие, ты особенный, ты у меня там усипусечка, там бабушка, мама, там все его там целуют, сказать, ну ты важен, ты должен стараться, а у него ожидания не получаются, он не получается у него быть самым лучшим, не получается быть отличником. Опять внутренняя тревога, депрессия, всю жизнь он пытается потом доказать уже там 30 лет, 35, что он лучше, чем Петя или Вася, лучше в классе, лучше в школе, лучше в группе, лучше. И это тоже приводит к декомпенсации и желанию как-то вот эту тревожность, ощущение, что ты не можешь достигнуть того, чего тебе программировали, кстати, родители, это тоже приводит часто вот к депрессиям, к каким-то нервозам, которые гасятся с помощью химии, что, в общем-то, привычно в нашей такой среде. Никто не желает чаще, к сожалению, ходить к психологам, там как-то выяснять эти моменты, почему это все происходит. Да и психологи тоже порой у нас, к сожалению, да, очень сложно угадать того, кто может действительно помочь, тем более, если это мы говорим о духовно ориентированных на там, православие, православных психологов, это вообще отдельная тема, сложно найти специалиста действительно там, достойного. Вот, поэтому тут, понимаете, очень много, да, это, ну, в основном это инфантильность, конечно, да, либо недолюбленность, либо перелюбленность, как бы, то есть дефекты, где семья не была, была такая социопатическая семья, скажем так, где были нарушены роли семейные, где, допустим, доминировала там ну, сказать, вот конфликты постоянно, ссоры, раздоры, либо вообще не было, сказать, кого-то из родителей. Вот примерно вот такой контингент, это уже группа риска, конечно, да, в любом случае. Тут понятно, что надо с ними чуть более внимательно работать. Ну, кто будет работать, вопрос, вот в чем дело. Ну, то есть из крайности в крайность, да, то есть вот такие вот вещи, да, когда... скажите, пожалуйста, то есть это получается, да, не сколько воздействие извне, ну, хотя оно тоже имеет большое влияние, сколько вот если мы разберем с медицинской точки зрения, вот именно, да, нехватка гормонов, эмоций, впечатлений каких-то, да, то есть надо как-то занимать чем-то, да, стараться детей, вот что вы порекомендуете? Ну, конечно, да, в плане дополнительного образования, я и сам, собственно, в Москве находился, мне повезло, Дворец пионеров школьников Гайдара был на Шкулева 3 в Москве, да, где я функционировал. К сожалению, сейчас уже нет этой системы, что было, сменился директор, но обязательно вот занятия в секциях, конечно, очень важно. И это вопрос даже не то, что там время, чтобы он на улице не был, ребенок, это вопрос как раз-таки научения достижения удовольствия от преодоления каких-либо результатов, трудностей, то есть в спорте там это, да, вот какие-то соревнования, какие-то вот рутины, вот, терпение, то есть вот постоянно нужно какие-то одни и те же упражнения выполнять. То же самое в музыкальной школе, я сам имею музыкальное образование, художественное, поэтому я знаю, как это порой там эти вот гаммы там долбить, играть и так далее, как это тяжело, но потом, когда ты добиваешься умения там играть, я на скрипке, допустим, хорошо начал, да, там, играть, тебе приятно, ты на концерте выступаешь, тебе аплодируют, тебе радуются, ты даришь людям творчество. Это тоже моменты вот этого механизма формирования такого удовольствия от реальных, нормальных, социально желательных каких-то позиций. Ну, это своего рода тоже такая эйфория, да. То есть... Ну, да, удовольствие. Но эйфория ты не назовешь, это не, да. Удовольствие, конечно же, да. Поэтому немного таких, плавание, бассейн, то есть там, да, от выполненных упражнений, боль в мышцах, там, приятная усталость в мышцах, там, да, выполненный результат получен. То есть эти моменты, конечно, если жизнь сопровождают у ребенка самого малого, и он это все, в этом всему идет. Плюс, гимнастика души, скажем так, да, в плане его духовных каких-то здоровых наших практик, участия в таинствах, и где и родители задействованы, то есть и понимание вообще целостности бытия, да, вот в плане соединения с Богом, то есть эти такие вещи, они, конечно, вкупе, это и есть, собственно, профилактика самая лучшая. И, конечно, если мы с детьми вот как друзья, ну, как старшие братья, не как вот прямо так мама там на ты, там, да, там дочка с ней вместе красится и ходит там гуляет по улицам, а вот в плане какого-то, да, уважения, вот некого цельного такого семья, да, вот вообще, в принципе, я вот даже не все, может быть, я не знаю, вот что такое семья, да, разные версии, но наиболее, мне кажется, правильная, полноценная,
Семь «я». Это я, это папа и мама, это бабушка и дедушка со стороны папы и бабушка и дедушка со стороны мамы. То есть семь человек, вот семь «я». Я и еще вот за мной одно поколение родителей и второе поколение бабушки, дедушки. Как бы тоже, это семья. Это когда такая цельность есть, и когда они между собой скоординированно работают. К сожалению, бывает, что и бабушки, и дедушки чудеса творят, конечно, в плане родителей воспитывают, а попадая ребенок бабушке, дедушке, там возвращаются балованные эгоистом. Да, это тоже... Это тоже есть, конечно, это нужно объяснять порой, да. Ну, это ж никак тут. Это уже вторая любовь, там, да, бабушки к внуку, да. К внучке. Но вот моменты вот этой координации, вот семейных вот ролей, чтобы дисфункции не было, вот этих вот, да, это очень важно. Нужно, конечно, работать с родителями. Мы вот в этом случае, конечно, как если попадается вот такая ситуация с ребенком, с зависимым или уже с более взрослым, конечно, мы разбираем всю семью. То есть тут встреча будет и с родственниками, и со значимыми другими лицами, братья, сестры. То есть нужно понять всю схему, где вот эти были перекосы, где были нарушения. То есть это вот прям такое ювелирная такая вот, сказать, попытка обнаружения вот этих вот дефектов. И помимо того, если ребенок все-таки едет в реабилитацию, да, работа, конечно, с семьей остается. Это очень важно. И нужно понимать, куда он вернется. Потому что если он вернется в те же самые условия, в ту же самую ситуацию, где там мама там с кем-то там на стороне, папа там где-то там в работе, а то и там задерживается, скажем так, в бане, в сауне там условно, и между собой конфликты и так далее, и тут какая перспектива? Тут опять будет желание уйти на улицу, желание что-то потребить, чтобы не видеть лживые маски, там лицемерие, там какие-то... Хотя это не оправдание, но часто, конечно, вот эта тревожность повышена, эти внутрисемейные конфликты, конечно, способствуют тоже вот таким моментам, связанным с поиском, чем прикрыться, компенсировать эту ситуацию. Но вот это тоже очень важный аспект, да, чтобы вот тоже люди действительно задумались, и может быть у кого-то, если что-то там не все гладко, да, там и ладно, то тоже, чтобы задумались все-таки о детях, да, и какие последствия это может нести. Николай, вот скажите, пожалуйста, каков порог смертности наркоманов и по каким причинам больше дозировка, инфицирование, заражение различными болезнями, то есть насколько это? Ну, такой статистики прям, ну, 100%, конечно, дать сложно вообще, но сейчас, конечно, с приходом новых наркотиков, вот этих вот синтетических, это вот соли, спайсы, конечно, смертность резко возросла, вот действия агрессивных по отношению к окружающим, да, там какие-то ситуации, когда человек неадекватен, паранойя, там бежит, ему кажется, ФСБ там гонится, он там где-то кого-то может там ударить, там показывает, что это какой-то, сказать, агент там тайный, то есть видно, так паранояльные бредовые мысли, прыгает с балконов, с окон, там с 9-10 этажей, много видео, где там сидят, вот покурили прям сразу же, и тут же прям раз и пошел в окно, как бы, да, и таких историй очень много, то есть вот эти ситуации, связанные с повреждением себя в состоянии психозов. То есть эти психозы очень характерны, да, проявления. Раньше, вот если мы говорим там о волне, там, 9-й год, 8-й, 5-й, там, да, 2000-е годы, там, конечно, была волна героина, и смертность была очень серьезная от, сказать, ВИЧ-инфицирования, там, смертность, вот, передозировки опийные, да, героиновые, там, скажем так, да, когда появились там синтетические белые китайские за наркотик, это, у которого микрограммы нужны, там, микрограммы, а тут наркоман привык к обычному, да, и, соответственно, передозировки и так далее. Потом появился дезаморфин, это крокодил, так называемый, то есть смертность была колоссальная, вот, там буквально расслаивалось, мясо от костей буквально отделялось, то есть вместе инъекции просто возникала как чешуя такая, как крокодиловая кожа, да, и там некрозы, абсцессы, то есть ампутации, и смертность там высочайшая. Семечка мака была у нас тоже в свое время, это, так сказать, где и сердце, клапан повреждался там и так далее, то есть заражение крови часто было и так далее. То есть в зависимости от вида наркотика разные последствия, но сейчас вот все эти героиновые, дезаморфиновые, если они там еще дожили до этого времени, хотя там уже новое поколение пришло, они все в основном переключаются на эту синтетику страшную. И вот здесь уже вообще это уже двойной диагноз. В свое время мы стажировались в Польше в 2009 году, в городе Гливице, центр замечательный двойного диагноза в Польше. И сейчас это стало актуальным для нас. Тогда мы еще не знали ни о чем, то, что будут эти соли. Но очень много было в Варшаве там амфетаминовых наркоманов, которые имели уже психиатрическую патологию, да, вот, и смешанную вот с потреблением. И часто порой нужно понять, то есть, что сначала у ребенка эндогенная, то есть это действительно внутри была какая-то психопатология, которую он закрыл
потребления психоактивных веществ, либо он был связан с окружением его там, ситуации там, и так далее, начал употреблять уже просто из-за внешних ситуаций, а потом уже у него появилась психопатия или какие-то там моменты, связанные с потреблением. То есть вот тут вот, что первее, курица или яйцо, был ли он болен до этого какими-то определенными заболеваниями психотического такого, психического спектра, либо значит, он получил после. Это очень важно. К сожалению, у нас сейчас мы разбирали ситуацию о специалистах в Государственной Думе в 16 году, последний раз в апреле. Детского психиатра вообще у нас нет ставки как такового, детский психиатр, понимаете? То есть вот в Минздраве 2000 года устранена такая ставка, детский психиатр. Подростковые наркологи сейчас снова стали появляться, но очень тоже слабо развита система, как бы, да, хотя на самом деле вот на этом рубеже, вот, начиная уже там с 10-11 лет и раньше, если мы говорим там о синдром гиперактивности и так далее. Эти моменты все, конечно, потом накладывают отпечаток на дальнейшую возможность повышения риска наркотизации или алкоголизации. Вот этот момент очень важен, да, вот не учитывание вот медицинского фактора, фактора органики, органического поражения головного мозга, то есть обвитие пуповины, там, гипоксия плода какие-то, да, и так далее. Эти вещи тоже потом забываются родителями, а это и тоже предрасположенность определенно есть вот к желанию, опять-таки, повысить уровень эндорфинов, который очень занижен за счет того, что была уже, значит, травматические какие-то моменты до зачатия или во время зачатия, до родов или во время родов там, и так далее. Угу. Тоже момент надо учитывать, конечно. Угу. А скажите, пожалуйста, вот каков процент тех, кто выходит из этого и снова возвращается, и тех, кто выходит и не возвращается, уже живет прежней жизнью? Вот каков больше процент? Как вот специалиста? Ну вот я упомянул, что если это профессиональное терапевтическое сообщество, TC, так называемое, где коммуна, грубо говоря, по принципу Макаренко, опять-таки возвращаемся, да, к тому, как это работает, то мировое сообщество, в принципе, говорит о 25-30, там, ну, 32 там, процентах. То есть нет 100%, конечно, да. Если мы говорим о православных общинах, если человек, ребенок или взрослый принимает православие в плане, да, ценностей, да, основные традиции, все входит в таинство, то есть исповедуется, причащается регулярно, там повышается до 60-70%, то есть высокий, конечно, уровень, естественно, тут укрепляется с Богом, кажется, уже все гораздо легче. Вот, но и те же самые секты, в принципе, протестантские, и саентологи, те, которые предлагают программы Нарканун, это саентологи, значит, а харизматические общины, различные там, Исход на юге России был сейчас тоже функционирует, они сейчас изменили все названия, новое поколение, они формируют перезависимость, то есть пока человек находится там, они говорят о 100% успехе, что 100% у нас выздоравливают, 100% у нас трезвые, да, пока они находятся там, но вопрос, самый главный вопрос ресоциализации, то есть если человек, пройдя программу реабилитационную или там духовно-нравственную, скажем так, там, оздоровление, восстановление, он по окончании программы возвращается домой и снова теряет связь вот с пуповиной, с тем центром, с той общиной, и все, срывается, то ну, как бы это запрограммировано, понятно, что это не говорится никаких 100%. То есть пока ты там, ты трезвый, пока, как только ты ушел, ты сорвался. Но вот процент выздоровления, скажем так, ремиссии, это до 30 где-то процентов. Это мировая тенденция. У нас может быть 15-20, но когда вам говорят, что 80%, 90%, не верьте, это уже шарлатаны. Не может быть 80-90%. Это из тех, кто дошел до конца программы, если он полностью прошел, там все, либо это шаги, если это 12-шаговая программа, либо это духовно ориентирован, нравственная программа какая-то, да, то там процент, конечно, будет, ну, высокий, ну, может быть, порядка 40-50, но вот никаких 80-90 быть не может. Чудес не бывает, это сложная работа, если человек много лет находился вот в этом стереотипе какого-то трудной ситуации и сразу же успокоиться, принять что-то там, уйти вот в эту иллюзию, год, два, три, пять лет в таком, 7-10, то за какие-то полгода резко изменить там, ну, мы за годичные программы и выше, но бывает и полугодичные программы, да, очень тяжело. То есть потом человеку должен ходить на амбулаторную программу, да, и как-то группы поддержки, то есть тех ребят, которые его закончили вместе, значит, по программе отрезвления, выздоровления. Есть замечательная программа «Семейные клубы трезвости». Вот, допустим, храм Всех Святых на Соколе в Москве. Это, скажем так, вотчина, оплот семейных клубов трезвости. В России их есть в ряде регионов они. Это вот отец Алексей Бабурин, священник, он съездил в Италию в свое время, там увидел этот опыт, сюда вернулся, его, скажем так, оправославил, то есть внес сюда духовно-нравственные компоненты. И с 90-х годов они вот развиваются, могу вот уже по Москве. Это группа поддержки, по сути, родственников, да, и имеющих зависимость у людей. А потом уже, когда родственники втягиваются, естественно, дальше начинается уже процесс подтягивания и самого зависимого и в группы, а потом уже направление на реабилитацию, на лечение. То есть это вот работа через родственников. Это очень правильный, в принципе, подход, что сначала выходим на родственников, а потом дальше двигаемся уже вперед.
Ну, то есть, да, комплексно так подходить, да, потому что по-другому, я думаю, что и не получается никак. Да, был еще у меня вопрос, вот почему матери профессиональных летчиков в Краснодарском крае возглавляет мужчина, как бы, да. Но просто дело в том, что мой опыт большой, взаимодействие с наркоконтролем и с реабилитационными центрами, и диссертация у меня по реабилитации, позволяет как бы организовывать женщин, потому что, ну, матери, знаете, они больше подвластны, конечно, чувствам, да, и когда там, тут нужно немножко рационализировать их действительно высокий эмоциональный фон, да, как-то его направить в русло, скоординировать, поэтому вот так получилось, что в Краснодарском крае возглавил мужчина, да. Так у нас было, так и есть. Вот, ну, да. Ну, замечательно, замечательно. Николай, хотелось бы поговорить теперь о вейпе. Есть такая интересная штука среди молодежи, сейчас очень распространенная, как вейп. Для зрителей наших, кто не знает, скажу, это заменитель сигарет без запаха или, так сказать, электронные сигареты. Их еще называют там сладкий дымок, можно курить везде и всюду, он просто приятный, говорят, что он безвредный. Продают его везде и всюду, без ограничений по возрасту. Вот, по-моему, только сейчас, недавно принято, что он приравнен к табаку. Вот, хотелось бы сейчас показать буквально ролик на 3 минуты нашим зрителям. Посмотрим сейчас, настолько ли он безобидный, и дальше с вами поговорим. Знаете, что такое вейпы? Если нет, возможно, вы счастливый человек, по крайней мере, счастливый родитель, потому что вейпы в основном употребляют дети и подростки. Но не только они, разумеется. Когда вы видите, как из окна соседней машины вырывается клуб белого дыма, это, скорее всего, вейп, ароматизированный дым. Очередная замена смертельно вредных сигарет. Смертельная же замена, к сожалению. И это уже факт. Как белый дым со вкусом жевательной резинки убивает нас и наших детей, расскажет Юлия Ольховская. Мы видим лишь вершину айсберга. Следите за тем, чтобы подростки понимали, насколько опасен вейпинг. Модная нынче привычка может стоить жизни. Американские врачи собрали целую пресс-конференцию, чтобы рассказать об опасности вейпинга, так называют курение электронных сигарет. Мы провели первую в истории США трансплантацию обоих легких, заболевшему из-за курения электронных сигарет. Легочные заболевания, связанные с вейпингом, приобрели у нас в стране масштабы эпидемии. 16-летний студент сейчас отходит от операции и сам просил докторов выступить публично, чтобы другие любители повейпить учились на его горьком опыте. Его госпитализировали практически в бессознательном состоянии. Доктора говорят, что никогда такого не видели. Легкие пациента были сплошь покрыты рубцами. Посмотрите, его легкие до трансплантации почти совсем не получали кислорода. Они почти разрушены. А это фото после операции. Видно новые легкие. Они наполнены кислородом. Первая в США трансплантация органа, но далеко не первый пострадавший. Только по официальным данным, больше 2000 человек столкнулись с осложнениями для здоровья. 40 умерли. Все эти случаи в Здравнадзоре связывают с курением электронных сигарет. Я так на них подсела, повсюду с собой таскала. Мои легкие отказали. 2 дня я была на грани жизни и смерти. Симу врачи буквально вытащили с того света. Девушка в реанимации с плакатом «Я хочу начать кампанию против электронных сигарет». К ней присоединились сотни человек по всей Америке, в том числе 17-летний Тристан. 10 дней парень провел в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Неважно, как часто вы курите, это может случиться с каждым. Что не так с ароматизированием? Ароматизированными электронными сигаретами пытались выяснить специалисты Американского центра по контролю и профилактике заболеваний. Они изучили 29 пострадавших и у всех обнаружили в легких ацетат витамина Е. Его используют в кремах для омоложения, но в электронных сигаретах разогретая субстанция при вдыхании вызывает химический ожог. Агрессивная реклама вейпов в первую очередь нацелена на детей и подростков. Сигареты со вкусом фруктов и конфет можно купить практически в любом американском торговом центре. Они безопасны? Ну, типа того. Типа того, что вы имеете в виду? Ну, попробуйте хотя бы. В общем, как заверила продавец, вот такие вот электронные сигареты, рассчитанные на одноразовое применение, самые популярные, стоят $12.
Для сравнения, примерно во столько же обойдутся две чашки кофе. Вейпят в США теперь даже в школах, а рассказывают про это в мультиках. Что за смог? Я просто вейпю. Если мама тебя увидит с этим, она меня убьет. После того, как врачи по всей Америке начали фиксировать тяжелые последствия новой моды, Белый дом анонсировал изменения в законодательстве, вплоть до запрета на продажу ароматизированных электронных сигарет. Бизнес по продаже вейпов разросся до больших, даже гигантских размеров за очень короткое время. Но мы не можем позволить, чтобы люди болели. Наша молодежь не должна страдать. Проблема, конечно, актуальна не только для США. Первая смерть от вейпинга зафиксирована в Бельгии. А в Китае, это крупнейший производитель электронных сигарет, власти уже запретили их рекламу и продажу в интернете. Юлия Альковская, Александр Тетрашвили, Роман Кудрин, Первый канал, США. Ну вот мы посмотрели ролик. Николай, вы на связи? Да, здесь. Да, посмотрели ролик. Оказывается, не такие-то они и безобидные. Более того, не то, что безобидные, а просто убивающие. Да, если человек, который курит, да, он как-то там медленно и постепенно, то здесь вейп, он появился, насколько я помню, или буквально лет 5-7 назад. И результаты уже просто устрашающие. Огромное количество смертей и страшных смертей, потому что то есть вот этот вот ожог легких, я просто, когда готовилась к этой передаче, еще другие ролики посмотрела. Просто сейчас мы не будем, да, в рамках нашей передачи перегружать информацией. Там, насколько я поняла, идет вот этот вот там разогретый глицерин, вот этот вот пар горячий, обжигает легкие, там получаются ожоги, пузыри, они лопаются, в частности, до того, что они легкие начинают, то есть, сквозить, пропускать жидкость и так далее. То есть страшная вещь. Вот, Николай, расскажите, пожалуйста, как вот, кандидат медицинских наук, как врач, что вообще происходит с легким? Мы так как бы вскользь сейчас посмотрели, что вообще происходит? Расскажите для нашей молодежи, потому что это действительно охвачено, они ходят везде и всюду и считают, что это никакого ущерба для здоровья нет, мы же не курим. Вот, а просто парим. Расскажите, пожалуйста. Ну да, так называемая попкорновая болезнь называется, да, это когда легкие, ну, повреждаются альвеолы, то есть, да, и вот такой вид имеет как бы тяжелое заболевание, обструкция бронхиол, то есть бронхиолы, если мы помним, такие пузыречки, как бы, да, грубо говоря, и вот они повреждаются, и как бы пористая легкая, малофункциональная становится, да, и вопрос даже был, вот была история в 19 году в Канаде подросток, вот ему дошло до того, что тяжелейшая обструкция бронхиола была, и необходимо было речь шла о трансплантации пересадки легких, там, да, потому что терапия очень сложная, там спасти можно только если высокие дозы гормонов, кортикостероидов назначать. Вот. И много-много уже исследований на эту тему проведено там, по поводу кардиологии. В США там тоже было большое исследование, около 2800 случаев заболевания, 68 из которых закончились летально. То есть повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, повышается артериальное давление, дисфункция эндотелия, то есть эндотелия – это тот, что высылает стенки сосудов. Конечно, там огромные побочки, и люди почему-то думают, что они бросят курить вот сигареты обычные, якобы вот там плохой запах изо рта, там, да, там разрушение зубов, и вот выбирали вот такой вариант ухода на вейпе. Но в итоге получается, что по побочкам, по последствиям, ну вот то же самое облитурирующий бронхит, да, это очень серьезное заболевание на самом деле, но только может вызываться внешними вот этими факторами. То есть проводились исследования на тех же самых крысах, там, да, дышали они воздухом здоровым и насыщенным табачными дымами, и вот вейповым, да, и по вейпу, и даже вот тяжелее, чем обычный табак, скажем так, да, тут, в общем-то, серьезная проблема, но она характерна больше тогда, наверное, для подростков, но более старших, а все же нельзя не сказать о снюсах, опять-таки, сейчас их запретили, вроде бы, как бы, снюсы, но где-то все равно проскакивает, это то, что под язык, точнее, под нижнюю губу закладывается, там, пакетик, да, такой, мята смешанная, вот, с табаком, и там дозировки табака колоссальные, то есть, если там от одной сигареты, там, ну, скажем так, 20 сигарет сразу выкурить, грубо говоря, то есть простыми словами, то есть полчаса у тебя находится, значит, в виде сна, нижняя губа, там находится никотин, который всасывается в кровь в огромных количествах. Понятно, что зависимость колоссальная, и побочки, опять-таки, сердце, сосуды, вообще, ну, просто страшно, да, со снюсом тоже это огромная беда. И чем больше вот таких вот хитрых маркетинговых ходов, да, возникает, тем, конечно,
тяжелее вот нам работать на этом поле, потому что у них очень красивые, сочные картинки, что ты бросаешь курить, у тебя ничего, это все это безвредно и так далее. Огромный-огромный бизнес построен на этом. Я не знаю, почему вот пока еще у нас эти курильни присутствуют, да, но еще в 2015 году было исследование, что при нагревании глицерина, пропиленгликоля в жидкости для вейпов образуется соединение, выделяющий формальдегид. Формальдегид – это тяжелейший яд, так, ну, высокотоксичное вещество. Это канцероген группы 1, который повышает риск развития рака. То есть это еще исследование 2015 года, да, есть и более свежие, да, что, ну, я не знаю, вот для меня вопрос, конечно, это вопрос, точнее, даже имеющий ответ, лобби, конечно, колоссальное лобби сидит, тут можно не скрывать, в Государственной Думе есть, да, ряд, сказать, определенных фигур, которые лоббируют в Совете Федерации, алкогольное лобби, табачное лобби, да, и то же самое лобби перестроило картинку сейчас, вот, слава богу, сейчас уходят у нас там эти все бренды, там, да, вот, по связи с этими событиями, да, так сказать, и в том числе и табачные бренды уходят, да, может быть, как-то люди, может быть, в связи со стоимостью и начнут более активно бросать, вот, поэтому, и то же самое нужно говорить о кальяне, то есть кальян это тоже иллюзия, говорят о том, что кальян это безвредно, на самом деле вот эти микрочастички, вот, когда воздух из кальяна идет, там, увлажненный воздух, да, вот эти вот маленькие, скажем так, грубо говоря, пузыречки влаги, они еще сильнее оседают в альвеолах, на легких, и повреждение от никотина, от табака, вот этого всего, оно гораздо сильнее, да, собственно говоря, чем от простой даже сигареты, хотя и там, естественно, мы знаем, что вред, как бы, тут колоссальный. Поэтому электронные сигареты или не электронные, тут в любом случае это вред, но чем дальше технологии развиваются, тем больше получается побочных эффектов от вот этих вот вейпов, да, или снюсов, которые вот сейчас активно, очень сильно в школьной среде подростковой, быстро дети падки на красивые обложки, на яркие вот эти вот баночки там и так далее, на вот эти все пузыречки всякие там с разноцветными там, да, с жидкостями. Поэтому тут, конечно, проблема. Ну, как бы, да, вот реально. Ну, да, реально. То есть, получается, в разы сильнее сигарет. Не то, что в разы убийственная, просто убийственная вещь, которую сейчас насадили, потому что ей еще 10 лет нет, а уже такие ужасающие результаты. Николай, вот вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое СНАФ? Является ли это наркотическим средством или нет? И это, потому что это продается в открытом доступе. СНАФ, да? СНАФ. Угу. Потому ну, что это, спрашивают, значит, говорим, да, молодежь спрашивает, то есть, что такое СНАФ, да, ну, я думаю, что это наркотические средства, все, просто они продаются в открытом доступе, потому что так, потому что у нас такая политика, в общем-то, да. Ну, СНАФ – это порошковый табак, в принципе, да, который, значит, нюхательный табак, скажем так, да. И здесь, ну, если говорить о последствиях, то же самое. Тут прямой доступ непосредственно в дыхание частиц продукта и попадает непосредственно в мозг очень быстро, да, понятно, что здесь ухудшение памяти и деменция и так далее. То есть побочки, ну, однозначно здесь есть. И откуда берется иллюзия, что если мы там, скажем, не курим, а вдыхаем, то, значит, меньше вреда. Никотин – это яд вообще, это известно. Никотин – это в любом случае вещество, которое влияет на сердечно-сосудистую систему, на сосуды, на… Тут нет сомнений в этом абсолютно, это доказано и так далее. Да. Поэтому, когда говорят, что там вот, тут он сгорает, как бы там при, значит, сгорании вот, смолы, да, тоже вред. Но, извините меня, нюхательный табак – это тоже вред. Все эти добавки, присыпки и так далее, как бы ароматизаторы, которые тоже, естественно, химией являются, они, естественно, тут не могут не оказывать влияния, в том числе канцерогенное, на ваш мозг, на ваш организм. Вот. Поэтому тут тенденция к тому, что как бы пытаются вот говорить, вот давайте заменим табак, значит, вот на жевательный табак, то есть, да, это снюс там на нюхательный табак, на СНАФ или на вейпы. То есть это все одни и те же изготовители, по сути, одни и те же компании просто предлагают новые ходы, чтобы людей вовлечь вот такой спрут, как бы, да, коммерческий спрут в потребление, по сути, зависимость от легализованного наркотика, в общем-то, да, что табак является, по сути, действительно наркотиком, как бы, да. И это нужно понимать, потому что зависимость, все то же самое, все механизмы описаны абсолютно точно, ясно, и никакой нет разницы, а еще и даже более опасно, если ты там глицерин, там, этиленгликоль и так далее в плане вейпов или
прямое попадание, сказать, на слизистую носа, да, носовая, сказать, полость слизистая, соответственно, повреждается здесь уже, тут уже, да, получается, что возникают эти эрозии, язвы там, и дальше мы можем говорить уже о хронических заболеваниях уже носа, да, там, и так далее. Но и мозг, безусловно, да, и сердце, безусловно, да, и повреждения абсолютно мощные, выраженные, да, и концентрация табака в этих снафах тоже очень высокая, поэтому это повышенное, как бы, да, естественно, повышенное действие этих всех веществ. Поэтому тут иллюзии быть не должно. То есть, если мы что-либо принимаем, что у нас вводит в состояние некой экзальтации, либо некого расслабления, это психотропное вещество, оно не может быть безвредным. То есть, не бывает такого, потому что есть прекрасный, так сказать, пример наркопропаганды, фильм, по-моему, «Черный лебедь», если не ошибаюсь, называется. Вот я сейчас... Не видели такой, не помните? Нет, не помню. Там с Робертом Де Ниро, как бы, да, где, значит, парень потреблял некий наркотик НЗТ, который, значит, очень хороший, да, «Черный лебедь», да, Даррен Аронофски. И вот он, значит, под стимуляторами, под этим уникальный наркотик, который не дает побочек, что от него нет последствий. А Роберт Де Ниро играл, значит, какого-то там банковского, ну, какого-то успешного дельца, который, по сути, проиграл в итоге, как бы, вот этому парню, который, значит, умудрялся вот потреблять и быть скоростным, энергичным, бодрым, шустрым. И вот такая подача, как бы, и фильм там за кучу премий получил, вот, и так далее. Вот пример, как бы, абсолютно пропаганды, что нет ни одного вещества, которая бы, не влияя на скорость мышления, там, замедляя, ускоряя, влияя на перцепцию, на чувство, визуализацию какой-то реальности, если оно влияет, оно не может быть для мозга бесследно. Вы вмешиваетесь в ход нейромедиаторных процессов, то есть дофамин, адреналин, серотонин, то есть эти все отработанные схемы, циклы нейромедиаторов, когда головной мозг работает в адекватном нормальном состоянии, то есть достижение цели, удовольствие, любовь, там, да, там, близость, удовольствие, дружба как родителям, там, секции, кружки, здоровый, нормальный, заменяется какой-то искусственным попаданием чего-то, что вызывает у вас временный всплеск активности, либо подавляет ваши волнения, тревоги, но потом будет требоваться всегда больше этого вещества, чтобы еще толерантность никто не отменял. То есть синдром толерантности, когда не хватает этого, ты будешь все время стремиться больше, больше, и чем больше ты будешь стремиться получать внешнего от этого всего, тем дальше ты будешь уходить от своих близких, родных, от своих целей, задач в жизни, от достижения духовного какого-то, да, опыта, постижения жизненного опыта, семьи, создание семьи, детей, в чем смысл жизни, бытия, в принципе, да, дальнейшее продолжение рода. Все это будет пресекаться, поскольку тебе будет нужно постоянно находиться в этом состоянии, там, как бы подкреплением какой-то химии определенной. Да. Это беда, это замкнутый круг, это порочный круг, который ведет в пропасть, и это нужно понимать. И никаких иллюзий не пытать. Ты не победишь, когда это все отработано веками уже, система, где ломается через колено дух человека, тело человека и погибает в короткие сроки. Так, Николай, вот вопросы от наших зрителей. Какие решения по борьбе с наркотиками вы приняли бы, будь вы президентом России? Принудительное лечение, конечно, нужно. Обращаются мамы. Тяжело, конечно, когда вынес там полдома, уже там и с ножом кидается, а она, допустим, отца нет, там, да, сделать ничего не может. И позвонить, чтобы его взяли на какую-то принудительную вот ЛТП. Систему ЛТП, во-первых, нужно вернуть. Я, конечно, за лечение трудовой профилактории. Там много было того, что на что стоило бы обратить внимание. Все-таки были ошибки, но, тем не менее, были с улиц убраны вот эти вот все товарищи, алкоголики, там, тунеядцы. И действительно, они занимались на предприятиях, были промышленные ЛТП, то есть ходили под контролем, вечером ночевали вместе. То есть вот система вот таких вот лечебно-трудовых профилакториев, конечно, я бы их вернулся бы к ней и вернулся бы к принудительным лечениям. И, конечно, мы, когда работали по наркоконтролю по центральному аппарату ФСК на Моросейке в Москве, когда я еще жил, мы очень активно отстаивали такие наркосуды. Это когда наркозависимый получает не садиться в тюрьму, а по статье 28, часть 1, ну, то есть по достаточно такой слабой еще пока статье, не наркодилер там и так далее, судья ему назначает вот год, допустим, в реабилитационном центре. То есть конкретные центры, которые готовы были бы его принять вот на таких условиях, как бы год, он обязан пройти реабилитацию, и по окончанию выдается справка, что да, прошел, тогда гасится эта судимость. Как бы. Вот такой вариант мог бы направить ребят, да, вот в реабилитационный центр. Но при этом
Опять-таки, мы несколько раз проводили в Государственной Думе совещания в 2014, 2015, 2016 годах под председательством Николая Сергеевича Валуева, он активно включился в эту всю ситуацию, чтобы сертифицировать, лицензировать эти центры. Конечно, я бы тут, будучи президентом, навел бы порядок в этой сфере, потому что мы часто находили следы, опять-таки, повторюсь, с Украиной связь, с Майданом, и ребята завербованы, по сути, становятся зомби, грубо говоря, с промытыми мозгами, которые никогда не станут ни патриотами России, ни... не будут думать ни о Святой Руси, ни о, сказать, кто такой Суворов, там, Ушаков, будут, сказать, строить царство Бога, там, вот, того пастора, того епископа, лжеепископа, которые, так сказать, наводнили нашу страну в 90-е, сейчас активно поднимают голову. Поэтому тут, конечно, порядок вот в этом смысле я бы навел вот в реабилитационных этих центрах все-таки, да, какую-то систему координационную, которую взял на себя наркоконтроль ФСКН, но был ликвидирован в 2016 году. МВД этим не занимается, Минздрав этим, к сожалению, тоже не занимается. И система профилактики, конечно, профилактика зависимого поведения. Профилактика завалена полностью, нет профилактики в стране, к сожалению. То есть вот работа по регионам, по муниципалитетам, вот, она просто для галочки проводится. И ну, вот так вот, к сожалению, вот профилактика наладится, да, вот развитие, кадровый потенциал, то есть воспитание кадров, обучение кадров, специалистов, да, и, ну, это тяжело, конечно, все в нынешних условиях, это вообще, сказать, да, но вот, но это нужно, потому что это будущее нации, это здоровье нации, это наше следующее поколение будет какое. Сейчас военкоматы, чтобы вы понимали, не берут уже, когда откровенно дырки на венах, когда следы от инъекции на венах, тогда не берут, а когда, сказать, он может быть там солевой или спайсовый, извините, да, то, ну, ничего, как бы, ну, психиатр-то, ну, там, вроде смотрит нормально, вроде ничего там такого. Все нормально, здорово, здорово, как бы, да, и все, и пошел. А потом берутся автоматы в этих войск и частях, расстреливаются сослуживцы и так далее, как бы, потому что психически неадекватны, неполноценны в будущем нация, получается, вот такое, к сожалению. Если мы возьмем пример Израиля, я сразу так хочу показать международный опыт, то, сказать, у нас, мы понимаем, что жители Израиля умеют считать деньги, да, поэтому 15 тысяч евро, там, 13 тысяч евро выделяется на каждого наркозависимого, чтобы он прошел один раз хорошую качественную программу и больше не возвращался, потому что мы считаем на расходы на тюрьмы, на суды, на вот эти все, на больницы, на ВИЧ, да, там, на все. Если посчитать в сумме, как, сколько один наркозависимый тратит бюджета, то получается гораздо выгоднее государству один раз выделить средства на профессиональную хорошую программу, но опять-таки мы приходим к тому, что какие программы профессиональные, где они сейчас у нас, в каком проценте, очень маленькие, процентов 15, 20, 30, наверное, это реальные программы работающие, 70, это вот аферисты, шарлатаны, мошенники, сектанты. К сожалению, я говорю так, как есть, потому что я по всей стране мотаюсь, я знаю практически все регионы. Поэтому вот порядок и финансирование, и кадровый потенциал, как бы, да, вот я бы, профилактика, лечение, реабилитация, все у нас сейчас в плохом состоянии. Николай, находится. Ваше видео пропало. Да, ну мы, в принципе, завершаем уже, да, нашу передачу. Вот если у вас есть видео, попробуйте его наладить. Вот, благодарим вас, да, благодарим вас за такую замечательную беседу. Очень много важного и нужного рассказали, полезного. Вот, конечно, хочется надеяться, чтобы это никому никогда и не пригождалось, никого никогда не касалось. Но, тем не менее, мы живем сейчас в таком мире и в таком обществе, что, безусловно, никто от этого не застрахован. Николай, прям кратенько, у нас уже выпуск полтора часа идет. А что бы вы хотели пожелать родителям, ну и вообще, да, как бы, что бы вы хотели, какие пожелания, да, чтобы миновало? Николай, вас не видно, попробуйте наладить связь. Да я пытаюсь, но у меня, вы знаете, я включаю, вот как бы, звук есть, да, видео нет, да? Звук есть, да. Ну, да, давайте прям кратенько. Ну, да, конечно, с самых малых лет нужно понимать, что если сейчас вы что-то упустите, забудете о своем ребенке и будете как-то тут пропустите мимо эти моменты, кинете ему в руки гаджет, там, какой-то смартфон, чтобы он там сидел в своих внутренних переживаниях, то это будет ошибка. То есть занимайтесь самого маленького детками, то есть воспитывайте их в духе традиционных наших религий, воспитывайте их в духе помощи, ответственности, делания добра другим. Кружки, секции, по возможности, конечно, старайтесь как бы социализировать, то есть садик все-таки дает возможность коммуницировать. Не всегда я согласен с тем, что ребенок, не нужно его там в садик отдавать, и там частные школы на удаленке, то есть многие сейчас грешат родители тем, что детей, значит, по удаленке там учат. Очень важен класс, педагогический коллектив, очень важна роль учителя, роль наставника, чтобы даже если нет отца у ребенка, то хорошо бы там тренера найти, допустим, спортивная секция или музыкальная, художественная. Важно, чтобы была роль мужчины всегда рядом, это очень важно. И если уж случилась какая-то беда, не прячьтесь, а выходите на специалистов, обращайтесь, потому что нужно вовремя. Чем раньше реагируем, тем лучше. Николай, да, тут у нас уже что-то со связи, вас уже не слышно. Вот, но благодарим вас, да, за такую беседу. Вот, я тогда отключаю вас. Вот.
И в заключение хотелось бы сказать, дорогие друзья, конечно же, нужно заниматься своими детьми, заниматься, а не оставлять их там, да, смотреть мультики, предоставлять самим себе. Безусловно, это легче, это проще. Вот, но нужно все-таки, если мы что-то хотим увидеть, да, вырастить, да, это нужно потрудиться. Если мы хотим вырастить человека полноценного, то это нужно потрудиться там, да, в 100 раз. Вот, и нужно быть неравнодушным как бы не только к своим детям, но и ко всем, к соседским, там, не знаю, мальчик, девочка, потому что подростковый возраст – это такой самый сложный возраст, самый, я думаю, что даже самый сложный возраст во всей жизни, потому что вот этот гормон, это все кипит, бурлит, и нужно быть неравнодушными и просто хотя бы там, не знаю, что-то спросить, выслушать, что у тебя случилось, как, ну, то есть вот… Нет чужих детей, эти дети все наши, и какой будет Россия, зависит только от нас, от того, насколько мы будем равнодушны или неравнодушны. Еще хочу сказать, конечно, что нужно ближе быть со своими детьми, потому что дети не должны бояться прийти вам что-то рассказать, у вас должны быть доверительные отношения, потому что очень много случаев, и я знаю, ребенок попадает в какую-то ситуацию, и, может быть, он еще не совсем затянулся, но он боится рассказать, не знает, как оттуда выйти. И вот не нужно, чтобы он знал, что он придет, и вы его не обругаете, там, или все не запретите ему, или там, значит, что-то еще. То есть вот доверительное отношение, вот, что он бы вас видел именно то, что вы поможете, помощь, реальная помощь. И, конечно, в первую очередь духовность. Вот мы сегодняшнюю передачу, Николай рассказал статистику, и, конечно же, в первую очередь нужно воспитывать духовную составляющую личности как стержень, потому что все иначе остальное будет тщетно. Если есть у подростка этот стержень, и он знает, что это плохо, и он знает, что это с духовной стороны плохо, это грех, то ему 1000 раз вот все предлагаться могут, вот прям в лицо совать, он это делать не будет. И в первую очередь, конечно, нужно воспитывать не на запретах, а на том, чтобы человек, ну, молодой человек, сам отказывался от этого, сам внутренне для себя. Вот. И это самое главное воспитание вот духовности. Это стержень, это фундамент. Без Бога ничего не бывает, ничего не построишь, и мы это уже увидели, и у нас сейчас творится полная разруха, и поэтому, а чтобы воспитать в ребенке стержень, родители сами должны иметь стержень, и только своим примером, потому что бесполезно что-то говорить, вот ты делаешь там плохо, там нехорошо обманывать, нельзя обманывать, а самому звонят в телефон, скажи, что меня нету, заставляют ребенка обманывать, так не получится, так не бывает, в первую очередь сами себя должны воспитывать, и своим примером показывайте, тогда вот тогда на вашем примере именно ребенок воспитается. Поэтому самим нам нужно духовно расти, чтобы наши дети также брали с нас пример, вот, и вырабатывали этот стержень. Вот, благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Если будут какие-то еще вопросы, посмотрим в чатах, обязательно на них ответим. Все наши контакты у вас есть. Всего доброго. Прощаюсь с вами. До новых встреч.